Теперь он точно знает, что его сигнал точно услышали. Этому мужчине надоело, что какой-то автомобиль паркуется на его газоне, поэтому он решил выместить свою злость на невинной бетономешалке. Хочется верить, что так он проедет с ним до самой автошколы. Ох уж эти любители, сначала купят права, а когда их начинаешь учить, начинают еще громко возмущаться. Правильно, не трожь дерево и останешься цел, а так только рассмешил своих друзей. Этой женщине надо дать Оскар за актерскую игру. Как же некрасиво это было сделано из-под тишка, но карма не заставила себя долго ждать. Лучшие друзья всегда научат тебя хорошим манерам. Еще одна дамочка забыла, как надо правильно двигаться по дороге, но ей быстро помогли это вспомнить. Этот водитель думал, что он может парковать свой дорогой автомобиль где угодно, но как бы не так. Ему еще повезло, что в этом случае пешеход был всего один. А это называется игра в бутылочку на дороге. Начинаем, ты ведешь? Природа наносит ответный удар. У этого ребенка отличный пример для подражания. Правильно, а нечего обижать беззащитных животных.
Этот мужчина строго соблюдает правила, написанные на заборе. И он не едет, он под ним пролазит. Этот человек решил не заплатить рабочим за их работу и получил в подарок демонтаж. Теперь ему придется все это вывести и купить новый материал. Как говорится, скупой платит дважды. Хозяин этой посылки явно пересмотрел фильм «Один дома».